перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, здорово. Давно не уходил, бро. Привет всем. Скруточку будем делать. Здорово, Колян. Бля, сразу вопросы про Олега, про Кизару. Нахуй съебались отсюда сразу, блядь. Я уже в Барсе, если чё. Суд будет 30 ноября, парни. Не знаю, посмотрим, все будет 30 ноября, не знаю. Бля, расскажите новому парню, кто не знает, что у меня за суд. Просто заебался уже всем рассказывать. Вражки не будут больше бэкутсов, там есть какие-то по 700 рублей или с чем-то, в 3 раза дороже, чем стоили. Пиздец, сосиш взял. Каликс, пизда, да. Скитлс, пиздец, там пушка. Заебись, Роман, чё? А у меня будет суд только 30 ноября. Да мне рассказывали. Я не помню, кто. Тебя же Интерпол уже хапнул тоже. Ты вроде все разрулил, да? Я вот такой вчера ночью прилетел. Бац. Прервайте его прямой эфир. А, я на другом телефоне. Смотри. Саш. Вика собралась. Улетать собралась. Со мной? А? Со мной? С тобой? Да. С нами? С нами, да. Но она в Москву сначала. Она когда? Первый. А какой? Че? Какая идея? Ты больше в Париж идешь, тебе связь привет. Да. Я к Вике пошла. Ну давай, тоже ты наберешь мне. Машину сейчас скоро пойду отдать, помыть. Ну давай, тогда наберешь мне. Чего? Давай, чего? Нет, чуваки, я больше не в Хаунде. Все, шабаш. Я? Да вот так легко, братан. Бэкутся, смотрите где-нибудь в дютике, когда лететь будете. Только там можно найти. Ха-ха, он тут, ёпта. Я как знал, надо улетать, пиздец. Да тут охуенная погода, как и была. Может, чуть-чуть попрохладнее стало. У вас там шторм, что ли, вчера был? Соси и худи не остались. Есть вот такая футболочка, скоро будет, смотрите на сайте. Фиолетовая. Есть бэку за пару пачек только. Трудно найти, сука. Меня приняли на вокзале, ребят. Слейтер это типа как дошло, только сделано по-другому. Скитлс, я хуй налитый, найдешь в рожке.
Нет, я больше не связан с хаунтом. Я доделал последнюю движуху, которую мы начинали делать с досками. И все, я больше не причастен к ним никак. Ну так, пути расходятся, ребят. Знаете, такое бывает. Чем занимаюсь? Курю кулулата. Блять. Да я не знаю, мэн, где тебе удобнее, хочешь с пляжницами, хочешь в центре с ними, хочешь на горах с ними, я не знаю, где тебе по кайфу жить. Да, слышали у Энда, пиздец, какой трэп, это металл вообще максимальный. Саратов, Киев, я был у вас пару раз. Как тебе там? Нейзи, Джейзи. Мне это говорят каждый день, я не знаю. Может, я еще пока не пришел к этому. Я за Антом слежу с 2014 года. Вчера съебался уже тут бальс. В Украине был один раз, в Киеве. И то проеду. Если хочешь, залетай в гости, я пока на базе у себя. Она тебе рассказала про охранника, который меня не впустил. Думал, он тебе рассказал, как меня, сука, ебаный охранник не пустил. Это не штаб, братан, это база. У меня есть, да, задуха, только ты год с меня можешь сводить, не знаю. Под этот трек сюда хочется курнуть. Кристин, ты орёшь вообще? А есть смысл туда возвращаться? Фригу... Пиздец, у вас вчера шторм был на балконе, я охуел. Вот название, заебали. Сделайте скрин быстрее, 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 быстрее. Я как знал, надо съёбываться оттуда, пиздец. Да не, я уже на базе у себя. Маски. Да я не в Рашке уже, я давно в Барсе у себя, вы чё, ребят? Я в 16 сделал первый этап. Не знаю, посмотрим. 30 числа всё, 30 найдём. Посмотрим, что будет. Такой движ уже наклеить, чуть не заметить. Всё, давайте.